безымянным пальцем и два удара холостых. И один здесь удар такой пропустить надо, как бы трям, та ти, та ти, та трям. Хочется сделать вниз, вниз, вверх, но мы второй удар вниз пропускаем, получается. Можно его сделать, как бы, но пропустить, то есть сделать впустую, то есть не ударяя по струнам. Понимаете? Так уже более как бы просто. Вот. Последние два удара приглушиваем. Первый аккорд А, ля минор септ, А, М7. Второй аккорд Д, М7. Так выглядит. Но все равно придется левой. Ну и ритм давайте какой-нибудь поставим, чтобы было не скучно играть. Медленный, допустим, такой. Та-та-та-та-та-та-та. Отпускаем. Получается, просто приглушаем, отпускаем бары. Вот такое звучание получается. Поинтереснее, наверное. Можно окончание мы изменяем. Вот примерно так. Экспериментируйте, пробуйте. Вот, и рекомендую вам заниматься под ритм. То есть берите метроном, есть очень много онлайн метрономов разных, причем не просто чик-чик, а именно с ритмом. То есть какие-то уже забивки готовые есть там с барабанами в разных стилях. Поэтому я рекомендую заниматься именно с метрономом. Вот, можно поставить очень медленный ритм, как бы и отрабатывать. Ну, еще два слова о глушении, вот, которое я использую в этом ритме. Просто тихонечко, сейчас я поближе покажу, как я это делаю. Аккорд. Не надо давить, просто поставить мизинец. На любом аккорде это можно делать. Хорошо звучит в испанских мотивах. Thank you.
смотрите и тренируйте. Да. Ну, за исключением, наверное, этого, да. Но вместо DM я беру DM7. Такой ритм с правой рукой будет выглядеть так. Раз, два. Раз, два, три. Два, три глушим. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два. Спасибо.